зимой там никого нет, а вокруг этого домика рыси ходили, да, прям отпечатки. Ну, я начальника спросил, конечно, а что я там буду делать? Он говорит, ну, если вы будете только фотографировать, и это все в отчет пойдет, это достаточно. Потому что я так прилично, ну, по тому уровню фотографировала. Ну, вот. А это я, не я, я снимала. Это мой муж погибший. Вот. А это я в этой речке сама окунулась, и меня вытаскивали. Начальник заставы выходит утром посмотреть, ну, обстановку, какое утро. А у него на глазах сходит эта лавина прямо на его доме, где там жена и маленький ребенок. А к вечеру приехали уже, и так вот далекий лагерь. Брошенные уже вышки. Ну, там никого не было, конечно, уже в лагере-то. Yes. Это уже было после Сталинской смерти. Жутко. Вообще, вот у меня это ощущение, да, дрожь просто. Думаешь, вот так одна останешься. Вот отошла от лагеря, и вот это же комары жужжат кругом. А это на берегу встреча как бы с местными жителями, да? Некоторые даже не знали, что такое Советский Союз. На нас были все карты, которые касались океана, но не было карты, которая касалась бы Москвы. И объясните ей, где Москва, потому что для них, для Полинезии, центр – это либо Австралия, либо Сингапур. А все, что дальше, это им не надо.